Боже мой, это же настоящий пожар. Есть место для подвига. Нужна вода. Какая к черту вода? Тут нужно геройствовать и тушить голыми руками. Пацаны, зачем голыми руками? Я тут песка набрал. Дима, как бы тебе объяснить? Понимаешь, это не случайный пожар, а мы как бы не настоящие пожарные. Мы это все специально придумали, чтобы собственноручно, самоотверженно усмирить вот этот молоденький очаг возгорания на усладу себе и зрителям. Полапать баб мы хотим. Ваня, капец ты завуалировал. Ты где был в школе на уроках вуалирования, а? В туалет ходил, писять. Что? В смысле лапать? Мы сюда не для этого пришли, мы приличные. Девочки, пойдем. Ну. Вот так и выглядит отопительный сезон в Стояновке. Да-да, наш мэр нам так и говорит. Вот вам, а не отопление. Короче, с отоплением у нас полная жопа. Ваня, я тебе лично репетитора по вуалированию найму. О боже, к нам летит злой, страшный, отвратительный, стрёмный. Я сейчас тебе бошку оторву. Хорошо, к нам летит просто злой змей Горыныч. Вытру слезы, стану красивой. Я сегодня хочу быть счастливой. Я королева ночи, сегодня точно. Это я, королева. Нет, это я эту фразу придумала. Девочки, девочки, не ссорьтесь. Давайте просто зажжем. Я королева. Ой, 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 ой. Ты меня ударила. Ты мне больше не подружка. Оу. Я, конечно, знал, что Полякова с головой не дружит, но чтоб сразу с двумя. Я вообще-то не Полякова. Я злой змей Горыныч. Я прилетела, чтобы забрать у вас самого красивого мальчика. А иначе я сожгу ваше село. Пу-пу-пу, змей Горыныч, как тебе объяснить? У нас как бы такие мальчики, но они на любителя. На любителя некрасивых мальчиков. Ну как бы и село нам не жалко. В общем, 2-0 не в твою пользу. Девчонки, мы так себе мужика никогда не найдем. Ну ящерица, ну не плачь. Я не ящерица, я змея. Оль, вот когда мы тебе так говорим, ты обижаешься. Ты что, обиделась? Не, у меня шея затекла. Оль, ну не расстраивайся, у тебя три головы, одно сексуальное тело. Ты идеальный состав группы «Виагра», мечта Меладзе. Представляете, три певицы на одно кресло в самолете. Но мы не хотим к Меладзе. Ну хорошо, хорошо, тогда выбирай кого-то из нас. Меладзе, иди домой, давай, давай. Выбирай. Со мной полетит, девчонки, только девственник. Тюр, я у окошка. А в полете кормить будут? На Стояновке в очень нервной ситуации люди щелкают семечки. Сейчас все-таки полуфинал. И следующая ситуация очень нервная. Итак, в Стояновке горит колодец. Пожар! Пожар! Ваня, что ты сидишь? У тебя горит колодец, там же все сгорит! Я знаю. Мне мама сегодня говорит: Ваня, сходи за водой к колодцу. А я ей: да потом схожу, не горит же. Вот я сижу и думаю, что теперь мамке сказать? Как вообще колодец мог загореться? Тут все понятно, старая проводка. Я думаю, это бандиты подожгли, чтобы на этом месте торговый центр построить. Ой-ой-ой, что-то я начинаю нервничать. Конечно, горит колодец, да. Пожар! Не паниковать! Не паниковать, ребята, я тут, пожарный уже тут. Короче, значит, тушить будем 4 дня. А что так долго? Ну смотри, это ж загорелось, да, нужна вода, новый колодец, 4 дня копать. Ну, если лопату дадите, за день управимся. Ну ты хотя бы глянь. Ну хорошо, сейчас. Что тут у вас? Эй, Олежка, ты что там делаешь, а? Курю. Вейп.
Вейп? Ты что, гей? Нет. Ну а где мне курить? В селе ни подъездов, ни гаражей, понимаешь? Вот вы с мужиками где курите, а? Так это получается, колодец не горел? Нет, но я все равно из него больше пить не буду. Ой, извините, очень вкусные. Что мы ходим вокруг да около? Огонь — это секс. И наконец-то это случилось. Сельский парень закадрил городскую. Прикиньте. Олечка, ну Олечка, ну давай, ну что ты? Ваня, ты что? Да давай, что ты начинаешь? Да я так не могу, ну ты что? Ну мне надо расслабиться. Слушай, включи какую-нибудь приятную музыку на телефоне. Ну хорошо, музыку так музыку. Давай, сейчас выберем. Ты что, серьезно? Ну давай другую. Так, прекрати. Я не такую хочу музыку. Я хочу романтичную, со словами, про любовь. В чем вопрос? Есть такая. Бэйба, твои губы красивые, твои губы упругие. Люблю тебя сильней, чем твои подруги. Ты моя банка, я твоя крышка. Ты моя берлога, я твой мишка. Иди ко мне. Ну, хорошо, хорошо, будет романтическая музыка, сейчас. Все операторы заняты, ваш звонок очень важен. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Аморы... Ну видишь, не переживай. Оператор Олег, я вас слушаю. Так, Олеженька, слушай, соедини меня, не знаю, с самым главным директором всех директоров, хорошо? Минуточку. Нормально управлюсь, давай. Директор всех директоров, что вы хотели? Алло, Ваня, это ты что ли? Опять ты с бабой? Ладно, но это в последний раз. Так, все! Специально для этой игры мы обучались у факиров, чтобы показать вам настоящее огненное фаер-шоу! Вань, мы тут с пожарными разговаривали и сказали, что на сцене запрещен огонь в открытом виде. Ну и что? У нас на прошлой игре была тема гольф. Люди как-то себе напридумывали, что мы богатые. Вот и огонь нафантазирует. Давайте, работаем в полную силу. Итак, огненное фаер-шоу! Подождите, пусть горит! Что? Вы что, меня сжечь собрались? Вы же обалдели вообще? Да я же ваш тренер! Я же вас довела до финала! Давай сейчас! Вы что, не понимаете, что Оля Полякова — это просто образ? И что, может быть, внутри меня живет простая женщина? И что, может быть, Олю Полякову нельзя обидеть? А женщину внутри меня можно. Женщина, извините, пожалуйста. Да пошел ты к черту! Да как ты надоел мне со своей лигой смеха, с этими чудочками, идиот!
Вань, ты что наделал? Меня дома муж засмеет. Да и пусть засмеет. Не будем обращать на него внимания. Давай просто закроем на это глаза. Что ты делаешь, дурачок? Не могу я больше, нравишься ты мне. А что ты задумал с Челентано? Я станцую с тобой огненный танец любви. Ваня, ты прямо митхунчик Раборти. Спасибо большое. Да не за что. У меня для тебя тоже есть сюрприз. Можно я тебя отблагодарю? Пойдем со мной. Подожди. Мне надо тебе кое-что сказать. Пойми, у нас ничего не получится. И дело не в росте. Слушай, можно я твою руку, пожалуйста? Можно твою руку? Просто пойми, ну в Стояновке такие отношения не поймут. Ты же в браке. Знаешь, такая нежная, женственная рука. Вот, если ты приедешь ко мне в село, в Стояновку, у тебя руки будут как у мужика. Оно тебе надо. А ты же талант. Я до сих пор не понимаю, почему не ты ведешь Лигу смеха. Вань, мне кажется, это перебор. Ну, на твороде уже придется поработать, но ты талантище, я говорю тебе. И несмотря на наши разные характеры, рядом с тобой тепло и светло. Короче, ты огонь, баба. Можно я тебя еще раз поцелую? Ну что мы хотели сказать этим выступлением? Знаете, Прометей подарил огонь нам. Он нам, мы вам. Там была Стояновка и Оля Полякова. Спасибо!